Универсальный комплект из 4 поющих чаш, чаши класса премиум, чаши покрыты мантрами. Мантра, основная мантра тибетского буддизма Ом Мани Падме Хум. Здесь ваджра. Здесь стилизованная мантра также Ом Мани Падме Хум, орнаменты буддийские, ваджра на дне и также мантра Ом Мани Падме Хум. На этой чаше внутри ваджра, рыбки, инь-янь. А с внешней стороны мантра Ом Мани Падме Хум, иероглифы. И по краю также мантра. На большой чаше изнутри Ом Янтра. Янтра и внутри Ом. Орнаменты буддийские, резьба присутствует по металлу. Снаружи двойная ваджра. И по краю мантра также Ом Мани Падме Хум. Этот комплект универсальный. В первую очередь это массажный комплект. Вот эта чаша массажная, 25 сантиметров. Нотка лядье, 115 Гц. С хорошей тонкой стенкой, вибрационная. Очень хорошо передает вибрацию в тело, легкая. И три чаши вспомогательные. То есть эта чаша ставится за макушечку, и две чаши поменьше ставятся чуть выше, примерно на ладошку от ушей, также за голову. Вот. И этим комплектом можно достаточно эффективно выполнять виброакустический массаж, как контактный, так и бесконтактный. Одновременно я показал, как они звучат. Этот комплект звучит очень хорошо, достойно. Им можно выполнять различные звуковые практики. Шавасана, йога, медитация, нада-йога, то есть все, что с этим связано, можно включать эти чаши в этот процесс. К этому комплекту идут необходимые стики. Это вот такой вот гонг-стик. Головка здесь резиновая внутри. Это ударный стик. Также можно вот такой вот поменьше стик для малых чаш. То есть вот этот большой стик, он для большой чаши идет. Этот идет для малых чаш, но можно также для большой использовать. Также вот такой стик, обмотанный замшей, головка. Это непальские стики, очень хорошего качества. Вот. И вот такой стик для малых чаш. Также можно посмотреть колечко-подставку под большую чашу. Вот такая подставочка, ну это отдельно. К этому комплекту также рекомендуется приобрести караталы, большие, средние или малые, если планируете заниматься непосредственно виброакустическим массажом, либо какой-то терапией. То есть караталы — вещь очень даже необходимая для того, чтобы начинать практику, включать процесс в практику и практики и заканчивать, выводить человека из практики. Также к этому комплекту идет авторский видеокурс «Гималайский виброакустический массаж». 5 часов теории практики, то есть такая база, по которой можно сориентироваться по методике выполнения виброакустического массажа и получить необходимую базу для того, чтобы начать. Если понравился комплект, пишите личное сообщение, либо сообщение на электронную почту. Вот. И кто успеет первым, тот получит этот замечательный комплект. Намасте.